стихотворение Татьяны Дрыгиной, которое я очень люблю. И в каждый концерт стремлюсь новые ее стихи и песни внести, потому что у нее их так много, и мы так интересно, мы стали с дочкой делиться ее стихами. И сегодня прозвучат еще песни на ее стихи Татьяны Дрыгина. Как стало расставаться тяжело, пока минута тянется немая, мне кажется, что пальцы разнимая, теряю навсегда твое тепло. Как стало расставаться тяжело, под камыши в поклоне изогнуться, и нужно оторваться, оттолкнуться, в густую воду погрузить весло, а вдруг земли едва заметный сдвиг, а вдруг полны надеждами благими, мы, встретившись, окажемся другими, спустя один непоправимый миг.